Школа номер 32 вновь стала площадкой для выездной администрации. Руководство городского округа проводит живую встречу с населением 16-го микрорайона. Обратная связь – залог чистых и безопасных мытищ. Оживленная дискуссия затрагивает самые разные темы. Одна из них – сбор детей в школу. Мы пока не знаем, сколько классов пойдет во вторую смену. Если вдруг что-то не будет получаться, мой записывайте контакт, можно будет мне позвонить в конце августа, если что-то не получится. Мы решим с вами. Каждый может обратиться к специалистам со своим вопросом, в том числе и частным. Исполняющий обязанности главы Олег Сотник сосредоточенно слушает жителей, у которых в доме прорвало трубу. Мы все сделали своими силами. Он на нас вызвал еще полицию. К нам очень быстро, за 2 минуты приехали. И он показывал всем документы на подвал, что мы в подвал забрались и все устранили своими силами. Общими усилиями справиться можно с любым вопросом. Если возникают трудности с покупкой недвижимости, то эксперты помогут и тут. Я сегодня пришел на выездную администрацию с вопросом, связанным, касается земли. Выкуп земельного участка. Они меня проконсультировали, что моя проблема связана с тем, что по моему участку проходят красные линии. Красные линии – это связано с реконструкцией Олимпийского проспекта. В числе популярных вопросов на выездной администрации – развитие придомовой инфраструктуры. Прежде всего, жителей 16-го микрорайона интересует строительство детских площадок. У нас было несколько вопросов для обращения. Один из них – установка детской площадки. Ее нет от слова совсем. Нам бы хотелось, вот я многодетная мама, нам бы хотелось, чтобы она появилась. Конструктивный диалог – фундамент благополучия. Неспроста настенная вывеска на встрече гласит: «Нам важно ваше мнение». Анна Смирнова, Евгений Ощепков, Первомытищинский.